Небольшой, ребята, лайфхак хочу сказать для тех, кто будет отдыхать в отеле Grand Yusan. Значит, вот отель Grand Yusan, а вот отель Grand Capitan. У них на пляже одна общая вот эта вот кафешка, бар там или как его там назвать. Ну да, пляжный бар. Вот. Алкоголя там жителям отеля Grand Yusan не наливают, только чай, кофе, ну, безалкогольные напитки. Вот хочу сказать, если вы любите черный кофе, то вот в этой кафешке он намного вкуснее, чем в отеле Grand Yusan. Видимо, может, другой автомат или другие сорта заряжают туда. Я чисто случайно это выяснил, что обычно газировку наливал там, спрайт, а тут решил кофе попить из ихнего автомата. И прям удивился, что кофе прям значительно вкуснее. Вот, это для тех, кто любит именно черный кофе, потому что если пить там капучино или латте, то, я думаю, там разница не будет настолько заметна во вкусе кофе. Вот, так что пользуйтесь моим лайфхаком.